Приветище, это Спанч Боб. Мы находимся в Бикини Боттом, который захватили роботы, созданные Планктоном, и попытаемся его высвободить. Сегодня мы отправляемся вот сюда, в Рок Боттом. Погнали! Добро пожаловать в темные глубины Рок-Боттом, где можно отыскать странных существ и сувенирные футболки. О, Губка Боб, веришь или нет, я рада, что ты здесь. Я тоже рад, что я здесь, мисс Бафф. Роботы похитили из музея бесценные произведения искусства. Если сможешь вернуть их мне, я дам тебе золотую лопатку. Зачем вам столько произведений искусств, миссис Бафф? Не спрашивай, если не готов услышать ответ. Миссис Бафф, считайте, что произведения искусств спасены. Будем спасать произведения искусств, круто. Блин, в Рок-Боттоме так классно. Ты словно в каком-то огромном клубе. Этот робот за Соня. Губка Боб должен осторожно прокрасться мимо него, чтобы он не проснулся. А, вообще расплюнуть. Я видел, что произошло с жителем. Ой-ой-ой, тихо, спокойненько, какие-то красные лучи. Я видел, что произошло с жителем, он просто обсикался. Кстати, вот этот вот чувак и обсикался. Давай попробуем прокрасться. Смотри, вот там вот наверху, короче, какая-то штука мигает. И когда я подкрадываюсь близко, она прям красно мигает. Пора прокрасться мимо зоны. О, искрометно. У нас это вышло. А вот и первое произведение искусств. На картине был нарисован корабль. Ты видел когда-нибудь вот такие знаки на туалете? Где мальчики, где девочки, фиг поймешь. Все отлично. А мы можем уничтожить будильник? Давай попробуем на него прыгнуть. Нет, походу никак. Сейчас еще раз попробую. Ой, бежим. А, я его сломал? Я просто подкрался и сломал его. Надо было это сделать раньше. Так вот, возвращаясь к тому, на что похоже Рок Боттом. Он похож на огромный клуб, ночной клуб. Тут все так светится классно. Взрываем вот эти вот идолы. И почитаем табличку. Эти платформы рухнут, если Губка Боб очень осторожно не прокрадется по ним. Значит, воспользуемся нашими носочечками. Прокрадываемся спокойненько, спокойненько. Забираем зелененькую блестяшечку. Какая музыка-то напряженная тут играет, ужас. Роботов просто вот так вот сносим с этих платформ. Идем дальше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки. Как бы мне вот это собрать-то? О, она отвалилась! Спрыгиваем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рука, морская рука, она спасет меня. Спасибочки, спасибочки. Тихонечко, тихонечко. Бежим! Двойной прыжок и еще двойной прыжок. Ух. Да, Бабл Бадди, для пузыря ты весьма ловок. Губка Боб, роботы грабят музей Рок Боттом, но они разрушили ведущую туда дорогу. Тебе придется найти туда другой способ попасть. Что если я облежу все эти марки и отправлю себе почтой? Не исключено, но, возможно, незаметное проникновение будет быстрее. Облежу марки, блин, вот это план. А вот и чекпоинт, замечательно. Там у нас робот Соня. Сейчас попробуем к нему тихонечко прокрасться. Вот так вот. Какой он здоровый, да? Бамбалилю! Отхватил. Ух ты, бомба. Ты видел, я как гольф-шарик откинул ее. Но, к сожалению, она не подорвала своих же роботов. Ух! Слава богу. Все обошлось. Давай глянем, что у нас тут. А там надпись «Музей», и я вижу вент-шахту. Может быть, нам это поможет как-то пробраться в музей? Пойдем глянем. Вначале нажмем на эту кнопочку. Нам Сэнди понадобится. Пошли искать телефон, чтобы вызвать Сэнди. Тут соус-тартар! Соус-тартар! Надо быть очень осторожным. Получай. И сверху еще на него. Ай-яй-яй, не получилось. Черт возьми. Долбанный соус-тартар. Что-то язык высунул. Засунь его обратно. Кстати, ты посмотри на Спанч Боба, он просто в истерике, он боится этого места. Не ссы, Спанч Боб, мы прорвемся. Вот еще одна кнопочка. Тихонечко подкрадываемся. А здесь у нас спящая красавица, подрываем. Как все спокойненько здесь.
И тихо. Все спят. Бам. Подрываем идолы. Мчим отсюда. Люблю открывать подарки. Ну что, вроде бы дальше прохода нет. Мы все кнопки нажали. Пора возвращаться. А подожди, тут же картонная коробка была. Давай запрыгнем. Оу, нифига себе появился где. Так, спокуха, спокуха, надо понять, куда нам идти. Вот сюда, на эту дорожечку. Тут еще есть кнопка. И там суперспособность Спанч Боба. Значит, нажимаем на кнопку. Ага, открылись ворота. Ну что, покатили. У нас 15 секунд. Я думаю, что мы должны успеть. Золотая лопа. А, нет, это картинка. Картинка, картинка. Еще кнопка. Нажимаем. Вон оно что. Мост подняли. Шикарно. Снова катимся. Время в обрез. Давай, 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 запрыгивай. Ну же. Не могу запрыгнуть, прикинь. А, так все. Мне нужно было просто перекатиться через этот мост. Ясно. Сейф и падает. Ужас какой. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бежим. Где ускорение? Ускорение мне нужно. Хочу бежать быстрее. Ну, конечно, я еще успеваю боулинг-шары пускать. Все, мы взобрались. Труханы нам не нужны, у нас полные штаны. Щетка, зубная щетка огроменная. Их тут даже целых две. Вот тут вот острый соус, на который нежелательно наступать, иначе мы профукаем трухан. Наконец-то я дошел до этой пушки, которая пуляет сейфами. Теперь ее не будет. А, куда дальше-то? А, по щеткам, наверх, вот же тут стрелочки. Запрыгиваем. Есть. А вон и телефон, смотри-ка, сейчас Сэнди позовем. Сэнди! Алло, алло. Чекпоинт, это хорошо. Сэнди, здорово! Отлично, мы снова ковбой. У нас есть лассо. Пойдем всех залосим. Ватяго! Попробуйте поймайте меня. Карате-девчонка в деле. Наше лассо. Я уже забыл, как им пользоваться, правда. Во, вот так вот. Опа! А вот и летающая белка. Всем раздадим. Тартар вообще нам не страшен. Мы его в лассо. Бьем идол и... Там вон картину вижу, смотри. Вон она, картинка. Надо будет ее сейчас забрать. Возможно, лассо нам поможет. Давай попробуем забрать ее. Есть! Получилось. Обратно запрыгнули. А зачем? Зачем обратно запрыгнули? А, скорее всего, нам надо вон туда, где роботы тусят. Где-то должна быть кнопочка, значит. Пойдем поищем ее. Вот она, эта кнопка. Вот она. Нажимаем. А, во-во-во, вот эта штука нам нужна. Вон, наверху прямо. Вот отсюда попробуем. На камень запрыгиваем. Итак. Есть! Есть попадание. Ништяк! Мы взобрались. Мы взобрались. Уничтожаем вот этого пускателя ракет. Зовем Спанч Боба. Ништяк! Спанч Боб, ну как так можно было свалиться? Вот серьезно, ну как? Снова уничтожаем ракетометателем. Лопаточка. Золотишечка. Ну все, в принципе, мы в музей попали через шахту. Какими-то обходными путями. Я даже не понял, как это получилось, но в общем как-то получилось. Погнали. Очкарик, ты тут? В дозоре? Нет, это моя другая работа. Я работаю охранником. А сейчас послушай. Если хочешь добраться до золотых лопаток, тебе нужно отключить систему безопасности музея. Эти штаны нужно гладить, или они не мнутся, в отличие от тебя. Будь внимателен, малец. Все очень серьезно. Если нам не удастся разобраться с роботами, наш дом престарелых будет просто-напросто закрыт. И мне придется вернуться к сыну, его жене и четырем вечно голодающим внукам. Итак, видишь вон то отверстие? Да, сэр. Там выход из музея. Удачи, малец. Очкарик, я тебя не подведу. Вот это поворот. Очкарик, а ты не сказал, что тут будет слишком много препятствий? Как поступить, как быть? Ну, скорее всего, прыгать вот на эти штуки, на платформы. Либо сюда. А, вот сюда, наверное, вначале. Давай, отключай электричество. Ага. Тут есть кнопочка. Как он и сказал, вначале нужно отключить сигнализацию. Вот эта кнопка отключает роботов этих электрических. Шикарно. А вот сюда-то я не доберусь, блин. Ладно, пойдем по низу.
Дальше нам направо. Это что ж такое-то? Ты видал, что с губкой Бобом сделали? Раскромсали на мелкие кусочки. Все, долго на платформах не стоит задерживаться, иначе мы знаем, что случится с губкой Бобом. Сюда. Дальше туда. Давай быстрее. Бежи. Есть. Ну же. Все, отлично. Добрались до еще одной кнопки. Вырубаем робота. Вон где труханы, последняя кнопка. Сейчас мы ее активируем. Отлично, все роботы уничтожены. Они не будут препятствовать нам. Оп. А тут у нас спящие красавицы. Будем красться, значит. Крадемся. Бам, попуканул. Вот, а тут вообще как нифиг делать, пройти. Потнее было с теми роботами электрическими. О, коробочка шикарна. Она нас выручит потом. Фух, вроде как пробрались. Чё дальше? Тут есть вот такая вот качелька, походу. Да, точно, это качелька. Картина. Надо ее обязательно забрать. Миссис Пав будет рада. Поднимем ту часть. И по-быстренькому перепрыгнем сюда. Вот и картина у нас теперь. Теперь сюда. И там еще одна кнопочка, смотри. Нажимаем. Роботы появились. Пошел вон. Был да сплыл, как говорится. Вон еще кнопка, смотри. Скорее всего, она отключит лазеры. 100%. Да! Ништяк. Сразу же появились роботы и бомбочки. Разнести бы их по-быстрому. При помощи качель нам нужно забраться на балкончик. Вон на тот, где лопатка. И оттуда уже чесать. А как мы это сделаем, интересно? При помощи вот этой качели. Поднимаем ее наверх. Бежим. И есть! И лопатка, и чекпоинт у меня в руках. Еще и достижения за лопаточки нам дали. Ну что, гулять будем сегодня. Ой-ой-ой, вот эти штуки опасны, они падают. Да, пофиг, что там говорил мне Bubblegum этот. Bubble Buddy. О, вот он, кстати, Bubble Buddy. Ну да, это же музей точно. Только непонятно, почему Bubble Buddy тут что-то делает. Это же моя фантазия, типа. Вот туда теперь надо. Но сперва мы подорвем вот это вот существо, блин. Скотина. А таташки мне сделал. Еще одна коробочка. Блин, какие тут прикольные картинки вообще. Хоть ходи и рассматривай. А не бомби этих роботов. Но времени у нас мало. Нам нужно спасать мир. Потом в мирное время придем сюда. Тартар соусник. Получай. Да что ж такое-то? Ну! Он так неудачно там встал вместе с этими взрывными идолами. Засранец. О, это ж Сквидвард. Забавно. Шапкой. Спанч Боб с шапкой. Слушай, по-моему, этот музей посвящен Спанч Бобу и его друзьям. Сколько идолов-то, блин. Бежим. Бам-бам-бам. О, смотри, они, кстати, живые, они двигаются. Это типа аниматроники какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я его бомбану. Ракетника этого. Нате! Не дает мне картины нормально посмотреть. Искусством насладиться, как говорится. Прыгаем снова на лампу. Теперь на следующую. Бежим от молнии. Ёк-макарёк. Сюда. Не ожидал я, конечно, что там молнии будут. Точнее, тучки с молниями. О, это ж наши домики, смотри. Забавно. Подрываем идолов. Фигась, они разом все бомбанулись. Ну, классно. Fresh, like а это жители города. Ну да. Из персонажей я никого здесь не узнаю. Это просто жители города. Действуем дальше. Походу сюда. Картиночка. Я иду за тобой. Я уже вот тут. Мадам, засуньте свой язык обратно. Картину забираем. О, Патрик и Сэнди. И Гэри. Классно. Ну что, прыгаем в трубу? Там еще носки были. Опа. Сэнди нужна. Вон там вот носок. А я прыгаю в трубу. Чуть не свалился. Нельзя же так пугать. Предупредили бы, что я с горки сейчас покачусь.
Так, мне походу сюда, да? Я куда-то перепрыгнул. Но не знаю, туда или не туда. Ой-ой-ой, медузка, аккуратно. Аккуратненько. Привет, Гэри. Похоже, тебя ждет очень долгая прогулка, да? Котлован сгущающейся тьмы, говоришь? Звучит мрачновато. Ладно, Гэри, я буду очень-очень-очень осторожен. Что за котлован такой? Пойдем посмотрим. Вон, кстати, телефончик. Сейчас Сэнди вызовем. Сэнди! Без тебя, как без второй руки. Надеюсь, ты не замыслил ничего плохого, Планктон? Нифига себе, я его даже не заметил. Чепуха! Я просто хочу помочь. Помочь раздавить вас всех, пока наберусь мощи. Что ты сказал? Ничего. Видишь, вон те лазеры. Ты про штуки, похожие на странные стиральные машинки? Полагаю, только в твой миниатюрный мозг могло пройти такое сравнение. Тебе нужно включить все, чтобы пересечь последнюю часть котлована сгущающейся тьмы. Надеюсь, тут нет никакого подвоха, хитрюга. Теперь нам нужно включить эти лазерные пушки. Ну хорошо. Ладно, давай поспайдерменим немножечко. Погнали. Уху. Тебя в лассо, маленький негодник. Дальше сюда. Возможно. А возможно не сюда. Получайте. Карате пацанка здесь. Раздадим всем люляхи. Этого в лассо. Поднимемся тут, надеюсь. Вообще без проблем. Где этот тартарщик? Тартарщик, ты что, офигел? Ты офигел? Блин, все-таки задел меня, а? Засранец. А, вот, кстати, переключатели, отлично. Один лазер активировали. Интересно, для чего это? Смотри, вот тут вот я заметил картину, так что направляемся сюда. Дресси. Вначале вот эту бомбанем штуку. Получай. Что? А, я случайно кнопку нажал. И активировал еще один лазер. Ну, хорошо. Это очень хорошо. Картинку забираем. А этого в лассо. Все, можно отсюда убегать. Ищем следующую кнопку. Красные кнопочки, как я их обожаю. Третий лазер запущен. Ух ты, нифига себе, основной запустился. Ну чё, шикарненько, у нас теперь есть проход. Осталось только до него как-то добраться и не упасть на дно. Блин, а тут Спанч Боб нужен. Как... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как мне тут пробраться-то? Мы сейчас попробуем поступить по-другому. Попробуем сделать вот так вот. Давай, в лассо. Есть! Нужно было просто подрывных идолов взорвать. И всё. А я парился. Поднимаемся за картиной. Ништяк. 6 из 6 картин собрано. Это классно. Ну чё, попробуем туда долететь, значит. Должны. Главное, чтобы лассо меня не подвело. Во. Прибыли. Теперь туда. Сейчас коробочку откроем и сможем телепортироваться. Вот это меня не очень устраивает. Тут спящая эта красотка. Черт, он меня пульнул! Не круто. Попробую залезть сюда. Полететь сверху и вот так вот его. Е-е-е! По красоте все сделали. Блин, он снова появился. Вот эта штука его возродила. Это, конечно, не круто, но ладно. Главное, что мы прошли. Тут качающиеся валуны эти каменные. Опа. Ракетник, быстрее. Даже не успел пустить ракету. Снова машина эта. Получай. Ну чё, мы почти дошли до выхода. Осталось только долететь вон до того спящего чувака. Взорвать его. Ага. Теперь... Есть, получилось. Получилось. Бежим. Черт возьми. Одни труханы остались. Еще бы чуть-чуть, и меня крандец. Зато лопатку взяли. Ну чё, вроде бы здесь все. На выход. Миссис Пафф! Ты где? Я хочу ей отдать картины. Миссис Пафф. Вон она стоит. Сейчас мы к ней подойдем и обрадуем. Миссис Пафф,
Держите ваши картины. Вот и последнее произведение искусств спасено. Миссис Пафф, я заглянул в каждый подозрительный светящийся уголок. Ну и ну. Прекрасно, Губка Боб. Музей наконец сможет снова открыться. А вот и твоя награда. Лопаточки, спасибо, миссис Пафф. Получил еще какое-то достижение, ну? Ну, получается, что с картинами мы разобрались. Все было не так уж и сложно, поэтому можно отсюда выбираться. У нас с тобой 33 лопатки, по-моему. Давай посмотрим. 34. А это что такое? Подожди, боулинг можно порубать. Бах! Спасательный круг, запрыгиваем. Золотые трусы! Смотри, сколько! Там еще золотая лопатка, но я туда допрыгнуть не могу, к сожалению. Давай-ка еще раз нажмем. Я уверен, что что-то там еще было. О, нажали. Поднимаемся наверх. Во, по этим кубикам, короче, нужно перепрыгнуть туда, куда-то вот сюда. И там нас что-то будет ждать. Стоп, спокойненько. А, вон лопаточка нас будет ждать. Перебегаем. Да, есть. 35 лопаток у нас теперь. Давай посмотрим, куда мы можем отправиться с 35 лопатками. Мне кажется, что мы можем сходить вот сюда. Сент Маунтайн. Пойдем глянем еще места какие-нибудь. К шерифу пойдем заглянем. Можно же к нему зайти по-любому? Шериф, здорово, как у тебя тут дела? Какой у тебя замечательный офис. Че расскажешь? Можешь с тобой поболтать? Я ему могу навалять. Что-то он не сильно общительный. О, смотри, сюда можно встать. Бикини-ботом, самые разыскиваемые. Ну, короче, мы почти... Планктон даже есть. Так, мы, короче, открыли практически всех преступников, за исключением троих. А можно сюда попасть? Сюда нельзя. Ладно, выходим, тут скучно. Очень скучно. Пойдем зайдем-ка в гости к Сэнди. Поглядим, как у нее там. Сэнди, твой древесный купол протекает. Чертовы роботы разбили стекло, Губка Боб. Мой древесный домик под завязку забит роботами, а виноват в этом ты. Так что залезай туда и все исправь. Вы готовы, дети? Мы всегда готовы. Сейчас будем валить роботов. Посмотри на Губку Боба. Он тут высушен, я только сейчас обратил на это внимание. Божечки, Губка Боб высох. Забавно. Ну конечно, тут воды нету. Тут же кислород. Так, я думаю, что надо разобраться вначале с производящими роботов машинами. О, белка, колесо. Точнее, колесо для белки. Сколько роботов за мной носится? Бабах! Комбо какое-то получилось у меня. Еще вот эту вот машину надо бомбануть. 152, 150 секунд. Чуть-чуть. Почти всех роботов шатал. На тебе! Че, все? Нет, еще... Пару ударчиков ему. И последний робот вон там. Пойдем на колесо посмотрим. Оно такое классное. Можно тут побегать? Смотри, я в колесо забрался, но бегать я в нем не могу. Ну ладненько. Так-то лучше. Думаю, она тебе больше пригодится. Что там, лопатку что ли дал? Спасибо. Губка Боб обезвоженный, но радостный. Блин, ну классно тут. Дерево. А можно в дерево зайти? В дупло к белке не зайдешь. Она его охраняет, как говорится. А, смотри, там Патрик подглядывает. И сок попивает. Здорово, Патрик. Пойдем, выйдем. Патрик, ты где? Я знаю, что ты подглядываешь. Че, убежал уже, что ли? Ну да, походу убежал. Ну что, я думаю, что на сегодня стоит закругляться. Потому что мы сделали довольно много. Спасли картины, помогли белке. И в следующей серии мы отправимся вот сюда. Сент Маунтай. Там, походу, будет снег. Ну да, вон, видишь, там снег. Под водой снег, прикольно. В общем, если тебе нравится Губка Боб, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и следи за видосом. А на этом я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.